Добрый вечер, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и гости аудио-видеоблога на платформе YouTube врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 3 июля 2022 года, воскресенье. Местное время 19 часов 53 минуты, киевское и московское 20 часов 53 минуты. Итак, я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из работы профессора физиологии в Нанси, Бонни, не знаю, как его имя, и в книге не указано, под названием «Гипнотизм. Исследования физиологические и психологические». Перевод второго французского издания П.В. Макиевского с предисловием и добавлениями переводчика. Второе русское издание, цена 1 рубль. Это были большие деньги в 89 году, 1 рубль. Вот. Санкт-Петербург, 1889 год. Так вот, как раз сегодня я продолжу чтение «Психологические исследования гипнотизма». Это вторая часть этой книги. Физиологические они были немножко скучноватые, вот. Такие неинтересные, вот. А вот психологические вот, исследования, вот, они уже представляют больше интерес и гораздо веселей и захватывающие, чем физиологические. Итак, в данном аудио-видеоролике я начну читать главу «Состояние памяти при искусственном сомнамбулизме». Вопрос о состоянии памяти при искусственном сомнамбулизме представляет особенный интерес. Он господствует над всеми явлениями, и им я начну это психологическое исследование гипнотизма. Характерный факт, удостоверенный почти всеми занимавшимися этим вопросом, заключается в том, что загипнотизованный после своего пробуждения не помнит ничего, что произошло с ним во время его гипнотического сна, но, будучи вновь усыплен, он отлично припоминает все действия и движение своих предыдущих снов. Все субъекты, которых я наблюдал, представляли подобные явления, если только сон был достаточно глубок, ну, скажем так, сомнамбулизм. Ссылка. Однако я нахожу у Брэда противоположное утверждение. На 46-й странице своей нейрогипнологии, французский перевод Жюля Симона, он говорит следующее. Говорят, что хотя естественные сомнамбулы не могут припомнить после своего пробуждения ничего, что они делали во время сна, но что они имеют живое воспоминание всего этого, как только они вновь засыпают. Я ничего подобного не наблюдал при сомнамбулизме, вызванном гипнотизацией. Правда, это слова Брэда, скажем так, британского врача, который ввел понятие гипнотизма, то есть гипнотизм, гипноз принадлежит Брэду. До этого это называлось животным магнетизмом. Вот. Правда, в добавочной главе, написанной в 1860 году, я нахожу следующее место, имеется в виду у Брэда,
согласующиеся с фактами, которые я наблюдал, назовут гипнотизмом вызывание искусственного сна, когда существует потеря памяти такого рода, что после пробуждения пациент не имеет ни малейшего воспоминания о том, что произошло с ним во время сна, и однако помнит все это, лишь только он вновь погружен в ту же степень гипнотизма. Page 245. Противоречие между этими двумя местами очевидно. Зависит ли это от ошибки переводчика, или Брэд просто переменил мнение, изучивший вопрос ближе? Вопросительный знак. Как бы то ни было, достоверно то, что только второе утверждение соответствует действительным фактам, и только оно должно быть принято. Ну, вот такая ссылка. По-видимому, существует нечто вроде раздвоения памяти и сознания, как бы существует, с одной стороны, обыкновенная, нормальная жизнь с ее естественным сном и естественным бодрствованием, а с другой стороны, жизнь сомнамбулическая, составленная единственно из ряда гипнотических снов. Нужно, однако, заметить, что между этими двумя жизнями не существует абсолютного разделения, ибо загипнотизованные субъекты не только припоминают все, что произошло во время их гипнотического сна, но еще и все то, что случилось во время их бодрствования и во время их естественного сна. Например, они вспоминают свои сновидения. Мало этого, как читатель увидит память событий, происшедших во время бодрствования субъекта, бывает более точной во время искусственного сна. Это забвение событий, происшедших во время гипнотического сна, обыкновенно встречается также при естественном сомнамбулизме, с которым искусственный сомнамбулизм имеет столько точек соприкосновения, но это забвение не абсолютное. Стоит только внушить это загипнотизованному субъекту, и он припомнит после пробуждения все, что он слышал, делал и говорил во время своего сна. Но совершенно необходимо, чтобы ему это было внушено. Сам по себе, несмотря на все свои усилия, он был бы не способен вызвать эти воспоминания. Необходимо, чтобы чужая рука привела в движение механизм памяти. Некоторые наблюдатели, однако, заметили присутствие неясного и неопределенного воспоминания. Гайденген упоминает об одном подобном примере. Ссылка. Гайденген усыпил своего брата и прочитал ему по-гречески стих из Гомера. После пробуждения брат Гайденгена ничего не помнил, но стоило Гайденгену сказать «Гомер бегство», стих взят из описания бегства, и брат его вспомнил, весь стих слово в слово. Как замечает Ладам, вероятно, в этом отношении существуют индивидуальные изменения, смотря по субъектам. Однако, что касается меня, то каждый раз, как только сон был достаточно глубок, а этого всегда можно было достигнуть у моих субъектов, я постоянно замечал, что после пробуждения воспоминание о случившемся совершенно исчезало. Если посредством внушения можно вызвать воспоминания, то при содействии того же приема можно также уничтожить память всего того, что произошло во время гипнотического сна, и уничтожить таким образом, чтобы субъект не мог о нем вспомнить, даже будучи вновь
усыпленным. Бесполезно останавливаться далее на этом явлении, действительность которого, вне сомнения, и последствия которого легко предвидеть. Итак, следующие законы управляют гипнотической памятью. Первое. Воспоминания о различных состояниях сознания, ощущения, действия, мысли, искусственного сна уничтожаются при пробуждении, но посредством внушения это воспоминание может быть оживлено на короткий период или же на неопределенно долгое время. Второе. Воспоминания о различных состояниях сознания искусственного сна восстанавливаются при гипнотическом сне, но посредством внушения это воспоминание может быть уничтожено на короткий период или же на неопределенно долгое время. Третье. Воспоминания о различных состояниях сознания, бодрствования и естественного сна сохраняются при гипнотическом сне, но посредством внушения это воспоминание может быть уничтожено на короткий период или же на неопределенно долгое время. Одно слово по поводу последнего случая. Выше я сказал, что это воспоминание событий нормальной жизни во время гипнотического сна бывает более точно и более ясно, чем в обыкновенном состоянии. Достаточно дать один пример этого. Мадемуазель А.Е. имела в начале своего лечения гипнотизмом непобедимое отвращение к некоторым видам пищи, в частности, к мясу и вину. Чтобы удостовериться, следует ли она предписаниям, данным ей относительно пищи, мне не раз приходилось спрашивать ее, что она ела вчера или позавчера. По большей части она не помнила этого или помнила весьма неполно. Но стоило только ее усыпить, и она перечисляла точно все, что она ела, не забывая самой мелкой еды, и это она делала с массой подробностей, на которые обыкновенно почти не обращает внимания при еде. Я могу вам сказать следующее, что я в своей практике, значит, вот, обратил внимание на такую важную деталь. Вот приходит на очередной сеанс пациент, он проходит курс лечения, причем это курс лечения гипноанализом тогда я проводил, по сути дела это был психоанализ, только в состоянии гипноза. Ну и я спрашиваю у пациентки, находящейся в бодрственном состоянии, еще до того, как мы начинаем лечение. Значит, как вы себя чувствуете? Она рассказывает, вот, и если у нее, значит, она жалуется и сообщает мне о том, что вот у нее ухудшилось, я у нее состояние, вот. Я у нее спрашиваю, как вы думаете, а что могло ухудшить это состояние? Она мне отвечает, значит, сообщает, что вот то-то, 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 то-то могло ухудшить состояние. Это в состоянии бодрствования, вот приблизительно, как это мадемуазель А.Е. Доктор спрашивает, то есть доктор, физиолог Бонни спрашивает ее, а что вы ели вчера и позавчера? Она говорит, не помню или помню, скажем так, не совсем полно. Вот. А в состоянии гипноза он задает тот же вопрос, и она рассказывает, не забывая даже, скажем, рассказать о мельчайших деталях, на которые мы не обращаем внимания во время бодрственной жизни. Значит, вот, я спрашиваю своей пациентки, уже погрузив ее в состояние сомнамбулизма, тот же самый вопрос, что могло ухудшить ваше состояние, и вы знаете, ответ абсолютно ничем не похож на
тот ответ, который, или то объяснение, которое она дала мне в бодрственном состоянии. Это совершенно другая причина. И вот почему она в бодрственном состоянии не указывает эту причину, а в состоянии гипноза указывает, это вопрос вот такой. Значит, но само собой разумеется, что я уже и тогда понимал, что все-таки ответ, данный в состоянии сомнамбулического искусственного сна, вот, значит, который я вызвал у этой пациентки, он более соответствует истине. Вот. А откуда взялся первое объяснение? Но меня в то время это не интересовало. Я же не занимался экспериментальным гипнозом, вот как господин Бонни. Он занимался экспериментальным гипнозом. Вот. Это психологическое, так сказать, исследование гипнотизма. Вот. Я занимался чисто лечебным, поэтому, конечно, я и не пытался там... Значит, понять, почему. Я просто понимал, что вот объяснение, данное в состоянии сомнамбулического сна, вот, оно верное. И действительно, и реакция была совершенно другая, и аффективная реакция, и плач был, и обида была, и так далее, и так далее. Хорошо, продолжаем. После ее пробуждения, этой мадемуазель Айе, я перечислял ей все, что она ела от начала до конца, и она бывала очень удивлена, увидевши, что я узнал такие подробности. Явления, о которых я только что говорил, весьма известны, и, как я уже сказал выше, большинство гипнотизеров наблюдали их уже. Ну, собственно говоря, я тоже наблюдал. Но существуют другие, более любопытные, на которые до сих пор еще не обращали внимания. Для примера, я выберу несколько наблюдений, которые лучше всяких объяснений дадут понятие о явлении. Мадемуазель Айе, та же дама, усыплена в физиологической лаборатории факультета, куда я просил ее прийти, желая получить некоторые кривые во время гипнотического сна. Во время ее сна я внушил ей, что после пробуждения она увидит господина Икс, который присутствовал при этом с серебряным носом длиной в 10 дюймов, и что это покажется ей очень смешным. После пробуждения она смотрит на господина Икс и начинает хохотать. «В чем дело?» – спрашивает Бонни. «Видите вы нос-то? Это внушение, которое я вам сделал, этого ничего нет в действительности. Но я его отлично вижу. Хорошо, я уничтожу это внушение, и я уничтожаю внушение простым утверждением. Посмотрите хорошенько. Господин Икс не имеет более серебряного носа. Он, как все люди. Посмотрите. В самом деле... И сейчас же после этого я ее спрашиваю, помните ли вы только что видели господина Икс с серебряным носом? Нет, он всегда был таков, каким я теперь его вижу. Воспоминание о внушенной галлюцинации исчезло после почти мгновенно. Относительно действия тот же результат. Мадемуазель... Или нет, мадам, это мадам Х.А., усыплена фиксацией взгляда. Во время ее сна я внушил ей, что спустя 3 минуты после пробуждения она обнимет девочку-крестьянку, которую она видела в первый раз и которая рисовала в углу комнаты. Через 3 минуты мадам Х.А., поднимается, обнимает маленькую крестьянку, которая была крайне удивлена такой неожиданной нежностью, и возвращается на свое место. Немного спустя я спрашиваю мадам Х.А., «Что вы только что сделали? Я?» – спрашивает она. «Ничего. Вы только что обняли девочку. Я?»
Нет, восклицательный знак. Она совершенно забыла действие, внушенное ей во время сна и выполненное ею после пробуждения. Ниже увидят, что даже гораздо более сложные действия, требующие участия всех способностей человеческой души, могут быть таким же образом забыты. Но это еще не все. Воспоминания о внушениях, полученных в состоянии бодрствования, может быть уничтожено так же, как воспоминания о внушениях, полученных во время гипнотического сна. Ссылка. Смотри ниже параграф о внушениях во время бодрствования. Мадемуазель Айе беседует со мной. Сегодня она не была еще усыплена и вполне бодрствует. Среди разговора я зажимаю ей руку, говоря: «Вы не можете разжать руку». Она пытается разжать ее, но тщетно. «Разожмите мне руку», — говорит она, — «я не буду в состоянии работать». Спустя некоторое время я разжимаю ей руку простым утверждением: «Теперь вы можете разжать руку», и она ее разжимает. Немного спустя я ее спрашиваю: «Помните ли вы, что вы не могли разжать руки?» «Я всегда могла ее разжать», — был ответ. Другой пример. Мадемуазель Айе, та же самая, бодрствовала и находилась при тех же условиях, как и в предыдущем опыте. Я делаю ей следующее внушение: «Через минуту вы увидите на вашей подруге белую шляпу». На ней была шляпа гранатового цвета. Внушение осуществляется. Затем я его уничтожаю посредством уверения, но с некоторыми затруднениями. Я говорю ей: «Теперь смотрите, на ней гранатовая шляпа». «Нет». «Да», — это Бонни говорит. Мадемуазель Айе отвечает: «Нет». «Посмотрите на меня хорошенько», — говорю я ей. «Я вас уверяю, что на ней ее обыкновенная гранатовая шляпа». Затем я ее спрашиваю: «Какая на ней шляпа?» «Ее гранатовая». Минуту спустя я ей говорю: «Всегда ли ваша подруга имела свою гранатовую шляпу?» Ответ: «Конечно, да». «Не припомните ли вы, что вы ее видели в белой шляпе?» «Никогда». Воспоминание исчезло, несмотря на сопротивление, которое она оказывала исчезновению внушения белой шляпы. Что здесь особенно замечательно, это то, что забвение наступает даже и тогда, когда обращаешь специальное внимание субъекта на явление, которое было ему внушено в состоянии бодрствования. Мадемуазель Айе бодрствует. Я заставляю ее вращать одну руку вокруг другой. Я говорю ей: «Вы не в состоянии более остановить руки». И движение продолжается, несмотря на ее усилия. Я ее спрашиваю: «Вы ведь не спите?» Ответ: «Конечно, не сплю». «Вы хорошо видите всех нас?» «Да». «Вы видите, что вы делаете?» «Да». «Вы видите, что вы вращаете руками?» «Да». «Остановите их». «Вы будете это сейчас помнить?» «Да». Я останавливаю ей руки. Затем я ее спрашиваю: «Помните ли вы, что вы только что делали?» «Что?» Вопрос. «Разве вы не помните, что вы вращали руками и что не могли их остановить?» «Нет, не помню». Но не только простые действия и галлюцинации, которые были внушены в состоянии бодрствования, могут быть забыты. То же самое наблюдается и с действиями более длинными и более сложными. Мадемуазель Айе входила к Льебо. Едва она вошла, я говорю ей: «Через минуту вы переставите эти два бюста, Бюстьера и Беранже, что на этажерке». В назначенное мгновение она выполняет внушенное действие и сейчас же забывает его.
Тогда мадам Хэш-А, которая пришла вместе с ней, говорит мне: «О, я убеждена, что не сделала бы этого». «Отлично», – отвечаю я ей, – «через минуту вы возьмете су, монета мелкая, из кармана моего жилета и положите его в свой карман». Спустя минуту, после некоторого колебания, мадам Хэш-А поднимается, запускает свою руку в карман моего жилета, вытягивает из него су и спокойно опускает его в свой карман. Немного спустя я ей говорю: «Опорожните свой карман». Она смотрит на меня несколько удивленно, однако без всякого замечания она поражнивает свой карман и раскладывает его содержимое на коленях, находит су, рассматривает его некоторое время и кладет в свой портмоне. «Су не принадлежит вам», – говорит один из присутствующих. «Вы только что взяли его у господина Бонни». Она ничего не помнит и, по-видимому, вовсе не убеждена, что су не принадлежит ей. Считаю бесполезным приводить другие примеры. Этих достаточно, чтобы читатель составил себе понятие об явлении, на которое я желал привлечь его внимание. Однако в некоторых случаях воспоминание не исчезает так быстро, но сохраняется в течение нескольких минут. Но за исключением случаев, о которых скажу ниже, я всегда наблюдал, что воспоминания в конце концов совершенно исчезают. Но что особенно замечательно, так это то, что подобные внушения, сделанные в состоянии бодрствования и таким образом забытые, отлично вспоминаются во время гипнотического сна. Усыпленные субъекты не только помнят все, что произошло во время гипнотического сна, но еще и то, что было им внушено во время бодрствования, как галлюцинации, так и действия. Поэтому невозможно, и это важный вывод из предыдущих фактов, отождествить это состояние бодрствования, когда внушения возможны, с обыкновенным состоянием бодрствования. Здесь мы имеем особое состояние, состояние совершенно исключительное и заслуживающее отдельного изучения. Этим изучением я займусь ниже. Теперь же я оставлю в стороне этот вопрос, к которому я скоро возвращусь. Довольно ограниченное число субъектов, над которыми я производил свои наблюдения, не позволяет мне придавать решительный характер обобщениям, которые я мог бы вывести из выше описанных явлений, и я не решусь утверждать, что во всех случаях воспоминания о внушениях, полученных в состоянии бодрствования, исчезает и может возродиться только при гипнотическом сне. Но насколько дело касается меня, достоверно, что я всегда наблюдал это с тех пор, как обратил свое внимание на эти явления. Существует, однако, исключение. Они встречаются при следующих обстоятельствах. Первая категория исключений встречается тогда, когда внушения должны осуществиться не непосредственно, но спустя долгое время, при этом все равно сделаны эти внушения усыпленному или бодрствующему субъекту. Вот несколько примеров. Я говорю: «Мадемуазель А.Е., внушение делается бодрствующему субъекту. Сегодня, после обеда, вы будете спать 5 минут каждый час».
внушение осуществляется, и на другой день она очень хорошо помнит, что каждый час на нее нападал сон, и что каждый раз она спала 5 минут, что засвидетельствовала ее подруга, работавшая в одной комнате с нею. Говорим субъекту: «В такой-то день и час вы придете ко мне». Она приходит в назначенный час и хорошо помнит это после визита. Также можно сказать и относительно внушенных снов. Внушает мадемуазель Айей, что в следующую ночь ей приснится, что она увидит и поймала много рыбы. Сновидение было таково, как ей сказали, и на другой день утром она хорошо помнила все, что ей снилось, и рассказала нам подробности и приключения рыбной ловли, которая ей была внушена. Теперь перейду к другой стороне вопроса. Возбуждена ли память во время искусственного сомнамбулизма? Как известно, это возбуждение памяти наблюдалось при естественном сомнамбулизме, и я не стану приводить всем известных случаев, как, например, случай той служанки, священника, которая в припадке сомнамбулизма говорила на древнееврейском языке. Несомненно, что при гипнотическом сне это возбуждение памяти существует. И я уже приводил пример этого. Читатель видел, что усыпленные субъекты с большой точностью вспоминали подробности, которые они не вспомнили во время бодрствования. Но нужно сказать 2 слова о памяти. В памяти существует 2 стороны. Во-первых, легкость, с которой какое-нибудь впечатление удерживается в мозгу, и, во-вторых, та легкость, с которой это уже удержанное впечатление входит в сознание, или, другими словами, то, что англичане называют recollection – воспоминание. Это 2-я способность, явственно увеличена во время гипнотического сна. Что касается 1-й способности, я не могу сказать того же. Для разрешения этого вопроса я неоднократно делал опыты над некоторыми сомнамбулами, особенно над мадемуазель А.Е., Луизой О. и мистером, это не мистер, М.Р., К. Черт его знает. Я читал им во время их искусственного сна ряд цифр или букв и заставлял повторять их как во время сна, так и после пробуждения, внушая ему держать в памяти прочитанное, и я никогда не достигал результатов, достойных упоминания. Состояние памяти – удержание впечатлений этих субъектов не отличалось, по-моему, от того, каким оно было во время бодрствования. Быть может, посредством упражнения и при содействии энергетических и повторенных внушений можно бы достигнуть более благоприятных результатов. И я предполагаю, если встречу случай, вновь заняться этими опытами. Но они требуют много времени и терпения от обоих участвующих в деле лиц, и существует много препятствий тому, чтобы они продолжались с той последовательностью и точностью, какая необходима в таком тонком вопросе. Но если трудно усилить память вообще, то есть сделать так, чтобы субъект с вялой и слабой памятью мог легко затвердить ряд цифр, страницу прозы, поэтическую тираду и тому подобное, то зато весьма легко
достигнуть, если так можно выразиться, частичного возбуждения памяти, обращая при помощи внушения внимание субъекта на определенный предмет. Как, например, можно внушить субъекту идею фикс какой-нибудь буквы, какого-нибудь слова, музыкального звука, так что он не будет в состоянии ни говорить, ни писать, ни петь иначе, как под влиянием этой внушенной ему идеи фикс. Со времени исследования Бреда и Дюрана де Гро, доктора Филлипса, ссылка, ну тут ссылка идет на французском языке, известно, с какой легкостью можно вызвать посредством внушения частичную или общую потерю памяти. Многочисленные примеры этого находятся также в сочинениях Шарля Рише, Бернгайма, Льежуа и других. Искусственная амнезия, потеря памяти, является одним из наиболее любопытных и наилучше изученных отделов гипнотизма. Поэтому я на ней не буду останавливаться. Подобные факты слишком хорошо известны. Так известно, что можно заставить субъекта забыть гласные, согласные, известную гласную или известную согласную, цифры. Можно воспретить ему считать до известной цифры, лишить его знания имен существительных, чужого и даже своего собственного имени, заставить его забыть целый период своей жизни, уничтожить у него понятие личности и даже вызвать, как это сделал Лежуа, полную потерю памяти. Частичная потеря памяти может распространяться как на самые мелкие подробности, на самое незначительное событие, так и на самые сложные и самые отвлеченные понятия. Гипнотизм дозволяет воспроизводить по произволу все формы расстройства речи, которые были недавно так хорошо изучены. Смотри, Каусмаль или Кусмауль. Кусмауль – расстройство речи. Так. Гипнотизм дозволяет воспроизводить по произволу все формы расстройства речи, которые были недавно так хорошо изучены. Но я читал Кусмауль. Расстройство речи. И эти расстройства могут быть воспроизведены с разнообразием, какого клиника не знает, разнообразием, которое ограничивается только волей гипнотизатора. Если допустить, что все наши воспоминания имеют условия своего существования в нервных клеточках и в группах этих клеточек, а трудно не прийти к этому выводу, то можно было бы сказать, что посредством внушения парализует ту или иную клеточку, ту или иную группу клеточек, как парализует мускул или член. Чтобы покончить с вопросом о памяти, мне нужно еще сказать о той бессознательной памяти, как ее назвал Шарль Рише, благодаря которой действие, внушенное во время сна, выполняется в назначенный гипнотизатором момент, тогда как после пробуждения субъект ничего не помнит. Примеры подобных внушений на долгие сроки можно найти в трудах Шарля Рише, Бернгайма, Льежуа и других. Я мог бы прибавить к ним и мои личные наблюдения. Льежуа сделал внушение, которое должно было осуществиться через 100 дней, и оно осуществилось с математической
точностью. Ссылка. Я наблюдал осуществление в назначенный день внушения, которое я сделал за 172 дня до того. Смотри приложение. Что тут замечательно, говорит Шарль Рише, это то абсолютное сознание, которое сохраняет воспоминания в течение даже весьма долгого времени, хотя лицо, которое помнит и не знает, что оно помнит, это скрытое воспоминание. С известной точки зрения тоже происходит и в обыкновенном состоянии приобретенные сведения, события, образы, идеи существуют в нашем мозгу, и мы не имеем о них никакого сознания в течение месяцев, годов, иногда в течение целых периодов нашей жизни. Перед нами произносят имя человека, которого мы знали в детстве, например, товарища по школе, и после 40 лет это услышанное нами имя пробуждает целый ряд событий, образов, идей, которые дремали в нашей памяти, которые с тех пор никогда на ней, в ней не возникали и, быть может, никогда не возродились бы, если бы это имя не поразило нашего слуха. Но между этой обыкновенной бессознательной памятью и бессознательной памятью загипнотизированных людей существует основное различие. Все наши сведения, все наши приобретения, которые дремлют таким образом в нашем уме, могут и в какой-то момент быть вновь найденными, возродиться. Мы забыли какое-нибудь имя, мы тщетно его ищем, и хотя оно у нас вертится в уме, мы никак не можем его вспомнить. Потом в известный момент мы его вспоминаем благодаря созвучию, ассоциации идей или каких-нибудь других способов, которого мы вовсе и не сознаем. У загипнотизированных дело происходит не так. Я внушаю ему во время его сна, что через 10 дней, положим, 5 часов, он раскроет известную книгу на 25-й странице. Идея раскрытия книги на этой странице существует у него в уме, и он так, и она так могущественна, что в назначенный час он не может поступить иначе, как раскрыть книгу. Однако эта идея не может прийти к нему ранее определенного срока, хотя бы он знал, что ему сделано внушение, в чем его заранее предупредили. Все-таки перед ним можно положить данную книгу, раскрытую на 25-й странице, а идея останется скрытой в его мозгу и не обнаружится до заранее определенного момента. Но в этот момент она внезапно возникнет в уме и фатально переходит в действие. Можно было бы предположить существование механизма, устроенного так, чтобы подобно механизму часов производить в известный час известные движения. В этом заключается существенная, отличительная черта данного явления. Сделанное внушение осуществляется только в назначенный час и не может ранее осуществиться даже и в том случае, когда возникают ассоциации, которые могли бы напомнить его. Ничего подобного не встречается в обыденном состоянии. Это, очевидно, весьма малопонятное явление, и весьма трудно дать им удовлетворительное объяснение. Но это не единственные факты. Все наблюдатели, занимавшиеся этими вопросами, заметили
с какой точностью происходит у сомнамбул определение времени. Вы скажете субъекту: «Вы будете спать 5 минут, 10 минут, полчаса», и сон тотчас же продолжается назначенное время, точно продолжается. При внушениях на долгие сроки это определение времени еще более замечательно. По этому поводу я приведу одно место из поля Жанне. Начало цитаты. «Что меня удивляет в этих явлениях, это не то обстоятельство, что мы находим в памяти стойко запечатленный образ, лежащий вне сознания, в случае бессознательной и автоматической памяти, в настоящее время слишком многочисленны и слишком хорошо доказаны, чтобы в них можно было сомневаться. Затем я допускаю, что эти скрытые воспоминания, как называет их Шарль Рише, могут в какое-нибудь мгновение пробудиться в силу тех или иных обстоятельств». Продолжаем. «Наконец, я понял бы возникновение в назначенный момент этих образов и связанных с ними действий, если бы гипнотизатор ассоциировал их с появлением какого-нибудь живого ощущения. Например, когда вы увидите такого-то, вы его поцелуете. Когда вид этого человека послужил же поводом для возникновения идеи. Но чего я совершенно не понимаю, это возникновение в назначенное время, причем с этим не связано ничего, кроме простого измерения времени, например, через 13 дней. 13 дней не является ощущением, это абстракция. Чтобы дать себе отчет в этих явлениях, нужно предположить бессознательную способность измерять время. Но такая способность неизвестна. Здесь цепь аналогий прерывается. До сих пор все объяснялось законом ассоциации идей, образов и действий. Но здесь мы делаем внезапный скачок. Никакая ассоциация не может объяснить бессознательное исчисление 13 дней. Мы находим в отделе таинственных свойств животного магнетизма. Теория внушения в собственном смысле слова здесь недостаточно. Я мог бы сделать много замечаний по поводу этого места. Это уже дальше не Пьер Жанне, не Шарль Жанне, а Рише, вернее, Шарль Рише, а это уже Бонни. Я мог бы сделать много замечаний по поводу этого места. Первое и самое общее замечание заключается в том, что невозможность понять или объяснить какое-нибудь явление ничего не говорит против действительности этого явления. Сколько явлений всех порядков ждут еще своего объяснения, восклицательный знак. Явление, относительно которого Поль Жанне делает оговорки, почти равные отрицанию, принадлежат к числу наиболее доказанных и наиболее известных явлений гипнотизма. Его всегда можно воспроизвести с величайшей легкостью. Более важное замечание состоит в следующем. 13 дней, говорит Поль Жанне, не является ощущением, это абстракция. Я не могу допустить подобного мнения. Один день отнюдь не есть абстракция. Эта идея представляет ряд определенных впечатлений, произведенных внешними агентами: свет, температура, влажность и тому подобное на наш организм, причем вызывает в организме разные реакции. Один день не есть в сущности ощущения, но последовательность ощущений и бессознательных реакций, последовательность дней, недель, месяцев, времен года соответствует периодически органические изменения.
применения, которые при известных условиях могут приобрести достаточно интенсивности, чтобы установить нечто вроде бессознательной способности измерять время, хотя слово «способность» придает слишком философский смысл характеристик органического свойства подобного рода. Хотя этот вопрос до сих пор был весьма мало изучен физиологами, но нам достаточно простого наблюдения фактов. Разве животные не знают отлично часа, когда им обыкновенно дается пища? И если происходит замедление, разве они не показывают своим нетерпением и своим беспокойством, что они отлично сознают это замедление? Вопросительный знак. Среди цивилизованных людей, в той искусственной и сложной жизни, которую мы для себя создали, эта способность незаметна более. Но разве нельзя сказать того же и о многих других способностях? Вопросительный знак. Например, какую незначительную роль играет у нас обонятельное ощущение. И однако дикари, например, индейцы Перу, распознают через запах ночью на значительном расстоянии присутствие иностранца. Наконец, и у цивилизованного человека эта бессознательная способность измерять время существует еще в скрытом состоянии и может обнаружиться в известных случаях. Таково, например, произвольное пробуждение в назначенный час, которое, несмотря на сомнения автора, есть вполне доказанный факт, которого нельзя отрицать. Почему приступ лихорадки возвращается в известный час каждый день, каждые два дня, каждую неделю? И не указывает ли это, что измерение времени не есть абстракция, но что она имеет свои основания и условия в самой жизни организма? Вопросительный знак. Так как у сомнамбул ощущения и впечатления могут дойти до замечательной степени тонкости и остроты, то не может ли при этом случиться, что способность измерять время, которое в обыкновенном состоянии едва существует, получает под влиянием внушения необыкновенную интенсивность и точность? Это не объяснение, но разве благодаря этому соображению явление не теряет нисколько характера таинственности? Таинственности, которую хотели бы ему приписать, вопросительный знак. Оканчивая вопрос о памяти, при искусственном сомнамбулизме я не могу не сделать замечания, относящегося к частичной потере памяти. До сих пор большинство опытов гипнотизации производились над людьми с более или менее развитым умом, но с образованием обыкновенным или ниже обыкновенного. И было бы интересно изучить вопрос на людях с высшим умом или обладающих специальными дарованиями, например, на артистах, математиках, философов, что случилось бы, если бы внушили философу, что он забыл понятие причины, математику, что он забыл понятие третьего измерения, артиста, что он не имеет идеи прекрасного, какие размышления, какие вычисления, какие творения получились бы при подобных условиях? Вопросительный знак. Ну, вот так, на этом я и завершаю чтение этой главы. Значит,
Это часть вторая, психологическое исследование гипнотизма этой книги. Состояние памяти при искусственном сомнамбулизме. Вот я ее прочел. Эту подглаву. Следующая подглава называется «О внушениях». Но ее я вам зачту чуть позже. Вот. На этом я, доктор Жорж Горбатов, прощаюсь с вами, поскольку чтение этой главы «Память при искусственном сомнамбулизме» я закончил читать, вот, и, скорее всего, сейчас зачитаю еще какое-нибудь произведение, которое я еще полностью не закончил читать. Ну и, как обычно, следуя своей традиции, я сердечно благодарю всех слушателей, которые, возможно, будут слушать не только сегодня, но и в следующие, последующие дни, и, возможно, даже и через месяцы, и через годы, вот, поскольку книга интересная. Это антикварная редкость, это библиографическая редкость. Где вы сейчас можете прочесть эту книгу? 1889 год. Вот. Только в библиотеках. Только в библиотеках. И то никто вам не даст ее на дом. А если вам даже и будет разрешено, то только в читальном зале. Только в читальном зале. При соблюдении всех правил предосторожности, чтобы книгу не стырить, не утащить, вот, и так далее, и тому подобное. Итак, спасибо, мои уважаемые слушатели, все, вне зависимости от статуса, специалисты ли это, ну, естественно, специалисты бы, они бы меня более приветствовали. Почему? Потому что канал, в первую очередь, рассчитан на специалистов. Но, к сожалению, специалисты не проявляют особого интереса. Значит, остается вторая часть моих подписчиков, моих слушателей. Это образованная публика. Образованная. Почему? Потому что человек необразованный, он не поймет, о чем идет речь. Да его это и не интересует. Необразованного человека больше интересует вегетативная жизнь. Покушать, выпить, поспать, повеселиться, секс сделать. Вот и все. Вот. Это необразованные люди. Образованные люди все-таки, у них мозги работают, они и думают, они и не соглашаются с тем, что видят вокруг себя, анализируют. Вот. Так вот. Значит, за отсутствием специалистов их место занимает все-таки образованная публика, которая интересуется. Причем каждый, конечно, интересуется тем или иным вопросом. Вот. Кого-то интересует одна нозология, кого-то интересует гипноз, кого-то интересует, значит, другие виды терапии. И так далее, и так далее. Вот. Кого-то интересует мистика. Я и мистику буду зачитывать. Она есть у меня. Вот. Поэтому я вот благодарю своих слушателей. Спасибо вам и до свидания. Я, доктор Жорж Горбатов, прощаюсь с вами. До следующего чтения.